А за кулисами уже готовится к выходу танцевальная команда из Таджикистана. Step up! Вы были спят усталые игрушки. Каждый участник понимает, что время его ограничено. И нету вот этой возможности на раскачку там. Ребята просто что-то разбегались долго. Это было для меня это было немножко скучно. Поэтому как-то я так отнесся к этому скептически. Посмотрим. Ради того, чтобы вот приготовить номер для полуфинала, мы все, если честно, бросили и как бы ничем не занимались, кроме танцев. Мы с утра до вечера были в зале, занимались. Мне эти ребята очень понравились. Я знаю, что так как Нурлан Абдуллин не хотел пропускать, да, но сегодня я думаю, что Нурлан Ага пожалеет об этом. Друзья, спасибо за вашу поддержку участников шоу. Ваши улыбки приносят столько радости. А чтобы они всегда оставались ослепительными, используйте Colgate. Ух ты! Я из тех дальних мест, где верблюды и окрест караванами чинно бредут. Яйцо там с утра обжигают ветра, зной пустыни они несут. Солнце с запада там добежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковре ты в арабскую ночь. Great bitch. Ow, ow. So you want immaculate conception? Then bitch, let this be a true confession. You're a tired bitch. Dorime. Interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, flangere, flangere, dorime. Танцевальная сказка Step Up! Ребят, сегодня как вы оцените свое выступление? Давайте спросим у зрителей. А давайте спросим у жюри. Первый
момент, когда вы начали танцевать, я думаю, что это такое? Фанерка какая-то такая. Но потом такое началось. На самом деле это был целый спектакль. Молодцы. Это был прям театр. Шикарный праздник. Все совместили, все правильно смиксовали. И шикарно танцевали. Ну что ж, увидимся позже. Давайте снова пока в лампу. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.